Всем привет! Это программа «Дежурный по городу» на телеканале «Ника Плюс». В августе этого года администрация Петрозаводска уволила директора спортивной школы номер 7 Дениса Семенова, уважаемого в Карелии спортсмена и педагога. При этом мнение родителей и спортивной общественности чиновники по традиции не спросили. А произошло все это из-за реконструкции стадиона «Юность», которая началась в апреле этого года по федеральной программе. Нанятый мэрией подрядчик стал вносить в проект изменения, а директор спортшколы, на балансе которой находится стадион, отказался все это согласовывать, за что и поплатился. Произошло это на совещании по благоустройству стадиона «Юность», которое вела заместитель главы Петрозаводского городского округа Кармазина Наталья Владимировна. На совещании я доложил, что есть два пути решения данной проблемы. Либо они выполняют работы на тех условиях, на которых был заключен контракт, либо контракт необходимо с ними разрывать. Основа-то здесь в том, что это федеральные деньги, и спрос за качественное их использование и правильное тоже будет соответствующий. Вот. Выслушав меня, Наталья Владимировна в свою очередь сказала, что у меня тоже для вас есть новость. И вручила мне распоряжение о расторжении со мной контракта. Причины, почему это произошло, что-либо еще, названы не были. Вот. Мое предположение, почему это произошло, я считаю, что основой для такого решения главы Петрозаводского городского округа Любарского Владимира Константиновича стало некорректное преподнесение информации как раз Кармазиной Натальи Владимировны о ходе выполнения работ, о виновных в срыве сроков, о том, какие решения необходимо принять, чтобы стройка в итоге закончилась, ну, в данном случае благоустройство, в срок. Результат – дети до сих пор остаются без стадиона. Школой, которая готовит футболистов, руководит человек, абсолютно далекий от профессионального футбола. А отношения Карелии с Российским футбольным союзом, который выступил в поддержку Дениса Семенова, теперь испорчено. Денис Сергеевич, он настоящий профессионал, там любит свое дело, да, и хотелось бы, чтобы во главе спортивной школы были именно такие люди, да, которые, ну, готовы днями и ночами работать, да, для того, чтобы наш футбол, наш спорт в Карелии, он развивался. Есть, наверное, такая, ну, известная давно истина, да, будет беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги точать пирожник. И вот назначение директором человека, который, может быть, немножко не в теме, да, футбола, особенно детского футбола, оно, мне кажется, на пользу не идет ни футболу, ни ничему. При Денисе Сергеевиче школа стала развиваться, стала легче, стала родителям, самой школе. И так просто мы позволить уйти Денису Сергеевичу мы не можем. Мы хотели бы, чтобы он оставался дальше. И вот дальше с ним продвигался бы карельский футбол. Родители записали видеообращение на прямую линию Путина и потребовали восстановить на работе Дениса Семенова и наказать подрядчика, сорвавшего все сроки реконструкции стадиона. К сожалению, в эфир это обращение не попало, но все же остается надежда, что в администрации президента его увидят, проанализируют и примут какие-то меры. Это была программа «Дежурный по городу» на телеканале «Ника Плюс». Если вам есть что рассказать, пишите в нашу группу ВКонтакте. Приедем, снимем, покажем.